Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор рынков. Утренний, не утренний, уже не утро. В принципе, я только проснулся. В общем, поехали. На английском сервере я уже потрешивал. Неплохой пак накопления есть. Где наконец-то начали продавать печеньки. То есть есть возможность качать питомцев. Ну и такие вроде неплохие топовые плюшки. Так, ялинские, честно, надо еще открыть. Не дооткрыл их. 20 осколков скина, но они меня, наверное, скорее всего, не спасут. Так, и сумки питомцев еще остались. Начал активно качать суперпатов. Ну, и сливаю, соответственно, обычных питомцев. Открывая сумки, хоть куда-то оно пригодилось. Потому что это... По 15, по 20 тысяч питомцев они никому, по сути, нафиг не нужны. Такс. 27 левела уже скоро будет потолок. Такс. Поехали посмотрим рынок. Сегодня, кстати, довольно-таки неплохой рынок. Вот паки за 50 отлично можно получить. И монетки, и сменки, и... эссенции и опять же пыльцу. Ну, больше тут сундучки, остальное все такое себе. Так, вот тоже неплохой пак, 500 слизней и топовые скины. Ну, этот пак уже давно есть, здесь уже по 2000 эссенций продают. Так, это пак сегодня найм есть, сейчас глянем найм. Что там по найму героев? Интересно, что есть. Мэри так и нету, так и не добавили. Космороза можно целую вытащить. Так, пират. Пират у нас вроде тот же. То есть как и Эшик. Да, пиратик у нас тот же, на английском не поменялся. На немке пират топовый. Сейчас мы тут подойдем. Так, ну все, вроде больше ничего такого нового сегодня на английском сервере нет. Поехали на немку, сразу глянем, что на немке. Заодно и заберу топовые плюхи, бездонатные. Календарь там опять есть, и опять только там он. И второй раз, причем тут календари, одни календари идут. Вот этот календарик, посмотрим, что у нас сегодня дадут нам. Второй день. Так, еще не пришли награды, попозже придут. Так, что у нас тут, ничего нового нет. Вот такой вот коллекционер героев, довольно-таки неплохой. Через раз бывают сумки розы, а вот пират. Вот этот вот пират реально действительно стоящий. Вчера отсюда скин вытащили, причем он идет не один день. Так, магазин скидок еще один час идет. Ну, конечно, здесь проще всего собрать розу. Ой, тут и говорю розу. Ну, розу то само собой, кровавая Мэри. Так, окей, что по рынку у нас? Тоже набор накопления, но такое себе. За питомцем наборчик. Вот чем немка хороша, здесь топовые плюхи дают в разных акциях. И на трату, и на покупку. Причем сразу. Ну и печеньки, как видите, продаются полным ходом. Там вот шестые сумочки. Дали нам. На таблетку скин. И на космо. На космо у нас уже, кстати, скин есть. Единственное, космо нету. Так, окей, поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском добавили. Я вчера на русский что-то не заходил.
Так, пакет накопления, набор сокровищ, это донатные. Колесо удачи, парящий остров. 50. Ну, парящий. У нас один осколок зефира добавили. Всего лишь, к сожалению. Так, тоже перелимит какой-то срани. Не хватает везде места, это печально. Давайте хоть питомцев пооткрываем. Глянем сейчас рынок, что там на рынке интересного есть. И этих 200 сумок взял, я даже не помню. Опять раскол. Прям на эти расколы прет последнее время. Давайте еще космо мне сюда, ага, конечно. Так, что по рынку? Пакет накопления. Ну, такой себе. Все равно для русского сервера это нормально. 300 книг, 20 пыльцы. Ну, хотя здесь дают вот скины, возможность топовых скинов. Так, забираем самики. Набор за один самоцвет есть, неплохо. Тут по акциям 250. О, огники есть, ребятушки. Халявные огники сегодня. Ну, кто не догнал за 2 недели, догоняйте. Так, что еще есть набор? Себе больше ничего такого интересного. Осма, Некрос. Ну, в принципе, довольно-таки дешевое предложение, подешевле, чем на английском сервере с героями, скинами. Главное, что здесь скины еще дают. Вот так вот, что там по топу? Что-то там писали, зверски догоняет. Да не догоняет он, далеко ему еще. Такс, что у нас еще интересного есть? У нас, кстати, поменялись, видите, здесь тоже парни стопа вылетели, у них снова начало считать. Так, окей. Поехали на Тайвань глянем. Может, на Тайване что-то интересного есть? Сейчас я АЭС гляну. Там. Так, Тайвань. Ну, здесь то же самое все. Ничего не поменялось. По акциям тоже ничего не добавилось. Единственное, здесь топовые парящие сделаны. Ну, надеемся, что на следующей неделе на русском сервере то же самое сделают. Правда, итемов еще больше, но хоть шансы словить намного выше. Так, забрали плюхи. Сейчас гляну, что на АЭС сервере. На АЭС вроде то же самое все, что и у меня на английском. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Что делать надо для конкурса? Заходите в плейлист конкурса, кто не знает, смотрите видосы с розыгрышами, как это все делается, что надо для этого. То есть лайки, репосты, минимум 15 видосов за неделю. Я не помню, гляну там с какого числа мы там с какого видоса разыгрывали. Последнее видео в конкурсах «Халявные огоньки». С того момента будут разыграны. Сегодня следующие. Так, надо не забыть здесь битву гильдии пройти, а то я вечно в прострации с этой сменой времени не попадаю. И вот дела. Все, пишите, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.